Шма Исраэль, Адунай Элоэйну, Адунай Эхад. Шма Исраэль, Адунай Элоэйну, Адунай Эхад. Барух Шем Кавод Мальхуто Леулям Ваэд. Барахат эт Адунай Элоэха, Вехоль Левавха, Увехоль Навшиха, Увехоль Маудеха. Ваю Дварим Аэлю, Ашар Анухи, Мецавха Айом, Алибавеха. Вешинандам Либанеха, Ведибарта Бам. ושפיכה וביתך ולכתך בדרך ושוגבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בימיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 11 глава, примерно со средины, я не помню точно. И будет. Если будете послушны. Вая им шмати шмуэль митцвотай, ашер анухи мецаве отхам айом, лейхов эт Адонай Элоэхем улявдо, וְחֹל לְבָבְכֶם וְחֹל נַפְשֶׁכֶם וְנָתַתִּי מַטָר אַרְצֶיכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֵה וּמַלְקֹשׁ וְאַסַפְתָּ דְּקָנֶיךָ וְתִרְשֶׁךָ וְיַצָרֶךָ וְנָתַתִּי עֶשֶׂב בְּשָׂדֶּךָ לְבָמָתְךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבַעְתָּ יִשָׁמְרוּ לָכֶם וְנַפְתַח לְבָבְכֶם וְשָׂרְתֶם וְעָבַדְתֶּם אֱלֹהִים אַחֵרִים וְהִשְׁתַחְוֵיתֶם לָהֶם וְחַרָא אַף אֲדֻנָי בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מַטָר וְאַדָּמָה לֹא תִתֵּן אֶת יָבוּלָה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דברי אלי על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם לאות על ידיכם, והיו לתותפות בימיניכם. ודיברתם בה, ולמתם אותם את בניכם לדבר בה, בשבתך וביתך ובלכתך בדרך, ובשובך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי שמיים על הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור, את הדרוגי, את הסניגי זכות, דרוגי סטיחים, ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו אל ציצית כנף תתכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני, אדוני אלוהיכם, אדוני אמת. אדוני אלוהיכם, אדוני אמת. אמן. Я хочу сказать несколько слов из Псалма, 35 глава. Псалом, 35 глава. Это Псалом царя Давида. И здесь он назван рабом Господним, Давид. Мы понимаем разницу, когда человек называет царем и когда называет себя рабом. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего пред глазами его, ибо он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие, чтобы возненавидеть его. Слово уст его неправда и лукавство, не хочет он разумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не внушается злом. Слова примерно такие, чтобы понять, о чем там сказано. Я думаю, то есть царь Давид говорит, что очень часто беззаконники делают вид, что они хотят раскаяться. И они играют чувствами других людей или своими, обольщая себя ложной надеждой, что в один день я покаюсь. Но царь Давид говорит, все это игра слов, это ложь. Почему этот стих говорю сейчас? Вы знаете, Йом-Кипур очень неплохо, чтобы каждый смог исследовать себя и не сразу же зачислять себя в число праведных людей, но понять, что Писание всех нас говорит, про нас говорит, что каждый грешит, и каждый грешит много. Чтобы каждый мог исследовать себя и увидеть в себе
того самого беззаконника, который часто, зная, что он делает неправильно, обольщает себя, говоря, ну я поправлюсь, я исправлюсь. Почему я хочу говорить про эти стихи сейчас? Чтобы каждый из нас именно в эти дни мог понять, где он обманывает себя, обманывает Бога, обманывает других, где он обманывает себя, обманывает Бога, обманывает других, играет и ни до чего не доходит. И как важно каждому из нас самого себя споймать на этом деле, раскаяться и не грешить больше. Вы понимаете, о чем я говорю? Царь Давид продолжает дальше. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя... Было очень хорошо все. Правда Твоя, как боли Божьи, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны. Насыщается от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Здесь царь просто, или раб Господень Давид просто провозглашает одну незыблемую истину, что в этом мире, несмотря на множество имеющихся людей, которые говорят, я знаю много, или заявляющиеся, учитесь у меня, или посмотрите, как я поступаю, и вы поступаете подобным образом, на самом деле все это ерунда. И только один Бог является идеалом, образцом и хранителем всех нас. И мы должны на Него смотреть, Ему подражать, у Него учиться, перед Ним отвечать, Его бояться и не надеяться на сынов человеческих. Здесь понятно? Дальше царь Давид говорит следующие слова. Ибо у тебя, 10 стих, источники жизни, во свете Твоем мы видим свет. Я уже сказал это слово в начале и повторюсь. Очень часто многие из нас думают, я взрослый человек, я отрезок жизни прожил, я многому чему научился. Я умею хранить себя, или я умею держать себя в руках, или я разумный, я могу просчитать какие-то обстоятельства. Часто, к сожалению, после таких самоутверждений мы, мягко говоря, носы разбиваем. Кто подъедем такой ближе. В жизни проживал, когда ты говорил, я знаю, что я делаю. А потом, и здесь говорит царь, раб Господень Давид, в твоем свете я вижу свет. Если я приближаюсь к тебе, и вот я вам дам образ такой, если сзади поставить мощный прожектор, который светит вперед. Если я на него смотрю, он просто меня ослепляет. Но если я становлюсь к нему спиной, я залит светом, то есть вы меня даже не увидите, если это будет мощный прожектор. Но я в потоке этого света могу видеть достаточно далеко. Это то, к чему Давид призывает нас, чтобы мы могли смирить свое собственное «я знаю, я понимаю», и входя в его свет, могли видеть свет, могли видеть истину. И таким образом в нашей жизни будет много успеха и правды, которая, может быть, глазами других людей не оценена как успех и правда, потому что стандарты человеческих успехов и правды не всегда соответствуют Божьим успехам и правде. Но ты, стоящий в этом Божьем потоке, будешь видеть свет. И ты будешь доволен тем, что ты видишь. Потому что ты будешь удовлетворен. Ведь это настолько круто, когда мы можем течь с Ним и быть удовлетворены тем, что мы являемся, как здесь написано, не раб, не царь Давид, а раб. Я Ему принадлежу. Я Его. В Его свете я вижу свет. Прогни милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем.
Да не наступит на меня нога гордыни. Смотрите, что он говорит. Чтобы я не возгордился. Или чтобы гордый не наступил на меня. Но я бы прочитал эти слова, чтобы я не возгордился, чтобы я не... на меня не наступила гордыня, то есть не обуяла меня гордыня. Лучше я буду в свете его стоять, чем стоять в гордыне. И рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззакония, не зринуты и не могут встать. Это вот такое коротенькое слово я хотел вам сказать перед наступлением Йом-Кипура, которое хорошо обозначит, опять-таки, этими словами. В твоем свете я вижу свет. Боже, причини нас к твоему свету. И сейчас я обращаюсь опять к нашему Сидуру, и я хочу прочитать молитву. Она называется «Коль Нидрей», или правильным ивритом сказать «Коль Ганедарим». Когда мы говорим пред Господом покаяние за все те несовершенные обеты, обещания, договора или какие-то вещи, которые совершили перед людьми, перед Ним, перед самими собою. Потому что это нехорошо. Именно Писание неоднократно говорят нам, если ты дал обет, то держи его, а лучше не давай. Но очень часто есть поощрение. Мои обеты дам перед Господом. Это делает нас ответственными, и мы можем двигаться вперед. Есть люди, которые говорят, я обещаю тебе, больше я этого делать не буду. И потом все мы слабые люди. Вот сейчас это время провозгласить. Опять-таки повторюсь, во время того, как вы будете по домам или где-то группами собираться и сможете собираться, чтобы читать, опять-таки из этого сидура, эта молитва будет повторяться раз за разом. Ничего страшного, не чувствуйте себя в этот момент попугаями. Просто иногда нужно достучаться до самих себя. И раз за разом это помогает. Все обеты, запреты, клятвы, зароки, заверения, тобой обещания, которые мы принимаем на себя в форме обета или давая клятву, зарекаясь, объявляя что-либо запретным от этого дня искупления и до следующего дня искупления, да будет нам во благо, и во всем этом мы заранее раскаиваемся. Пусть они будут отменены, упразднены, прощены, уничтожены, станут недействительными, не имеющими силы перестанут существовать. Наши обеты, да не будут более считаться обетами, наши запреты запретами, а клятвы клятвами. Да будет прощена вся община сынов Израиля, вместе с теми, кто, приняв их веру, живет среди них, ибо весь народ совершил это неумышленно. Прости же по своей великой милости грех нашего народа, как ты прощаешь наш народ со времен выхода из его из Египта и до сих пор. И сказал Господь, по слову твоему, простил их. Это мессианское провозглашение. Машиах, ходатай Нового Завета Иешуа, ходатайствует такими молитвами не только за тебя и за меня лично, но за весь израильский народ. И сказал по слову Господа, простил по твоему слову. Благословен ты Господь, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь, поддерживал ее в нас и дал нам дожить до этого времени. Выйдем навстречу невесте, навстречу царице субботы, в сад, где растут святые плоды. Восхвалите Господа, сыновья сильных, восхвалите славу и могущество Господа. Восхвалите славу имени Господа, поклонитесь Господу в благоговении, голос Господа над водами. Бог в своей славе гремит громом, Господь над великими водами. Глаз Господа могуч, глаз Господа величественен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает ливанские кедры и Хизбалу вместе с ними, заставляя скакать их подобно телятам, а горы Ливана и Сион подобны молодым буйволам. Голос Господа высекает из Египта пламени. Глаз Господа сотрясает пустыню, и всех ИГИЛ сотрясает там вместе в пустыне, да боятся Творца. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Господь, глаз Господа приводит в трепет лани. Глаз Господа огоряет леса, в его храме провозглашается его слава. Господь восседает на своем престоле. Со времен потопа и Господь будет восседать на своем царском престоле. Господь дает силу своему народу. Господь благословит свой народ миром. Иварех
Адонай тамо бешалом. Молю силой величия своей десницы, освободи узников, прими молитву своего народа, укрепи, очисти нас, грозный, всесильный, прошу, как зеницу ока, провозглашающих Твое единство, благослови их, очисти их, и пусть всегда с ними будет милость и справедливость. Скажите амен. Знаете, я хочу прочитать несколько текстов из Танаха. Это Исаия, первая глава, с 11 стиха читаю. Вы можете следить за своими в своих писаниях, вы можете просто прислушаться, потому что тексты эти вы знаете, и вы можете просто послушать сейчас. Здесь Творец через пророка говорит, к чему мне множество жертв ваших? Раньше, когда народ грешил, жертву приносил. Сегодня мы хотим откупиться иногда. Может быть, стильдаем, или, может быть, думаем, вот я там что-то сделаю. И в среде Израиля сейчас распространилось такое понимание, если я грешил, значит, мне нужно цдаку давать, и я откуплюсь. Или вот как Толик показывает, над головой курицу без, помотаю, и к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен. Всесожжение не овнов и духом откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дорог тщетных. Курение отвратительно для меня, на вонете через суббот празднование собраний ваших не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячье ваши праздники, ваши меня, душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь. Это призыв, это мицва, это повеление. Омойтесь. Очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как сделаю чистым, как шерсть овец, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Я думаю, послание понятно. Толковать не нужно. Мы не можем откупиться. Мы можем только измениться. Мы только можем принять жертву и течь в ней. Других путей нет. Давайте сейчас все встанем. Мы хотим прочитать несколько стихов из молитвы Авида. Мы не будем ее делать на русском языке. На иврите Дима прочитает. И мы продолжим дальше. Все знают Авида. Счастье. Адунай, Слатай Тифтах, Афиги Тилатеха. Барух Ата Адунай, Элохейну, Влаевотейну. Элоэ Авраам, Ле Ицхак, Ле Яков. Эле Гадол, Ле Гибор, Ве Анура. Эле Льон, Гумель Хасадим Товим, Уконе Аколь. Везухер Хасде Авот, Вемеви Гоэль Левне Ивнеем, Леман Шмо, Ве Ава. Все вместе. Мелех Озер, Умашия, Умаген. Мелех Озер. Машиах умаген, Барух ата Адонай, Барух ата Адонай, Маген Авраам. Барух ата Адонай, Барух ата Адонай, Маген Авраам. Ата Гибор Леолам Адонай, Ата Гибор. הרוח מוריד הגשם מחלקל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני אפר
מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו מחיה המתים. אתה הקדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום אלילוך הסלע. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו המלך הקדוש. Последние слова этой молитвы: «Ты святый, святое имя Твое, и святые будут восхвалять Тебя изо дня в день во веки. Благословен Ты, Господь, Бог Святой». Можно сесть сейчас. Мы знаем, что очень много мессианских ассоциаций, покаяния, подчеркнуто из молитвы пророка Даниила. И я сейчас хочу прочитать выборочно текст из 9 главы пророка Даниила, когда он, будучи пленником в Вавилоне, и Господь поднял его там на большие позиции, но он был также духовным лидером народа, он молился. И со 2 стиха сказано: «В первый год царствования царя такого-то я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремию пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретящей пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий великий, дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих». Может быть, из нас узнает самого себя в этих словах. «И от постановлений Твоих не слушались рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господа, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. У каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление, с какими они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые записаны в законе Моше, раба Божия, ибо согрешили мы перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, которого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом, как написано в законе, законе Моше. Так все эти бедствия постигли нас, но мы не умоляли Господа нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш в делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже, изведши народ Твой земле египетской рукою, сильно явивши славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. По правде Твоей да отвратится гнев Твой, и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошение святилища, на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою. Господи, услышь, Господи, прости, внемли и соверши, не умей не ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на граде Твоем и на народе Твоем. Знаете, эти слова сегодня также актуальны. И я молюсь, чтобы эта молитва о нас, о положении Иерусалима сегодняшнего, о неподконтрольных Израилю местах в нашей земле, и также о рассеянных детях Израиля и потомках детей Израиля по всему миру. И пусть Бог помилует нас и соберет
весь рассеянный Израиль в эту землю, чтобы исполнились Его слова. Прости и помилуй нас, Господи. Согрешили. Прости и помилуй, мы грешим. Прости и помилуй, от великого до малого приступаем к Твои повеления. И каждый, бьющий себя в грудь и говорящий, что я могу, я достоин, посмотрите на меня, ложь это все. У Тебя у одного правда. Мы просим, чтобы обновление пришло в наш народ. И милость Твоя пришла в наше исцеление. И жажда о Тебе пришла в Эрец Исраэль. И также, чтобы каждый еврей или потомок еврея, живущий вне Израиля, просто бы пожелал вернуться сюда. Я недавно слышал очень странные вещи. Мы знаем, что во время Холокоста погибла масса людей. 6 миллионов евреев погибло. Из 40 или большего количества миллионов всех. Евреи — это всего лишь 0,2% из всего мирового населения. 6 миллионов из 40-45 миллионов погибло во время Холокоста. И, как некоторые говорят, после Холокоста осталось в мире 18 миллионов евреев. С тех пор прошло 70 лет. Сегодня в мире есть 15 миллионов евреев. Что такое? Откуда эти цифры? К чему? Потому что существует величайшая ассимиляция еврея в странах Галута, которые теряют свое еврейство и во втором, в третьем поколении просто растворяются. И наша молитва Господу Богу, чтобы Он пробудил. Просто я встречаю некоторых неевреев, которые говорят, я чувствую, я еврей. Но чтобы Он коснулся к евреям, которые перестали чувствовать, кто они. И чтобы это было сопряжено с тем желанием о возвращении в эту землю. Чтобы совершилось пророчество. И чтобы совершилась истина Божья. Я хочу прочитать еще одну часть только молитвы, которую я советую всем завтра читать. И это Аль-Хет. Молитва Аль-Хет. И здесь идет громадный перечень молитв, которые символизируют или описывают грех. И здесь некоторые вещи повторяются. Я прочитаю только часть, первую часть. Тебе ведомы тайны мира, сокровенные тайны всего живого, тебе доступны секреты рождения, ты испытываешь разум и сердце. Нельзя ничего утаить от тебя, ничего не сокрыто от твоего взора. Многие из нас думают, что что-то бомистор в тайне мы делаем, прокатим. И потому да будет тебе Господь, Бог наш, Бог отцов наших угодно искупить все наши преступления, простить все наши грехи, извинить все наши поступки за грех, который мы совершили пред тобою по принуждению. Некоторые грехи мы делаем по принуждению, а некоторые по своей воле. И за грех, который мы совершили перед тобой жестокосердием. Знаешь, какое жестокосердие? Это когда я упрямлюсь и говорю, а я все равно, ты мне говоришь, а я знаю. Это упрямство. Иногда со стороны тебе не видно, но тебе... За грех, который мы совершили перед тобою по неведению, и за грех, который мы совершили перед тобою словами. Некоторые вещи мы делаем по неведению, не знали. Просто не знали. Но это также грех. Я не знал, я не заметил знак на дороге, что там только 30 км в час. Я так однажды не заметил в Германии знак, что там 30 км в час, ехал 60. А у нас кровь-то у нас восточная. И немецкие холода ее не тушат, я могу давить на газ. Что вы думаете, это так прошло? Потом на своем картисе виза я видел, что правосудие меня достало. За грех, который мы совершили перед тобою явно и тайно, за грех, который мы совершили перед тобою прелюбодеянием. Вы знаете, что прелюбодеяние – это грех? Знаете, что прелюбодеяние? Это когда муж изменяет жене с другой или с другим, сейчас так можно говорить, или жена изменяет мужу с другой, с другим или с другой, так можно говорить сегодня. Вы знаете, что прелюбодеяние – это когда люди живут не в браке,
То есть, а она мне нравится, а он мне нравится. А так все поступают. Это не является оправданием пред Творцом. И это тот грех, который он судит. Мне вчера рассказывали, что молились за одну даму, девочку боится, которая из нее вдруг бесы стали выходить. Спросили, что к чему. Она просто не ожидала, пошла просто жить с парнем с каким-то. И человек открывает себя. За грех, который мы совершили перед тобою дурными высказываниями, и за грех, который мы совершили перед тобою сознательно и обманом, иногда мы ляпнем про кого-то, а он такой, она такая. Или мы сознательно идем и обманываем. Сознательно выстраиваем план, чтобы развести кого-то. За грех, который мы совершили перед тобою помыслами сердца, и за грех, который мы совершили перед тобою обманом ближнего. Этой молитве, тысячелетие этой молитве. Иешуа, его слова, если мы помыслили о ком-то, является грехом. Вот они здесь. Вот это строгая еврейская молитва. Некоторые дерзают сказать, что мы не связаны с народом Израиля, потому что верим в Иешуа. Если вы верите в Иешуа, то вы полностью связаны. Вы часть всего этого. За грех, который мы совершили перед тобой неискренним признанием. И за грех, который мы совершили перед тобой присутствием на сборище распутников. Знаете, что это? А мы пошли потусоваться туда. Отобили и блудили. Я этим не занимался. Я только был там, потому что босс, наша команда, наш класс пошел туда. Мы были там. Писание говорит, если ты хочешь преуспевать и быть как дерево, посаженное потоком вод, то твой союз должен быть с людьми верующими, и с Торой, и Божьим миром. А если ты будешь с распутниками, то ты кому не будешь. Писание говорит об этом. И каждый из нас волен выбрать, что он хочет. И... Алло? Технология нас подводит. За грех, который мы совершили перед тобой, умышленно или неумышленно, за грех, который мы совершили перед тобой, и неуважением к родителям и наставникам. Мам, что ты мне говоришь? Чё? Все молодые с возраста 16, примерно до 22 лет, думают, что их родители тупые. Это стандарт. Я так думал. Ну да, так я же говорю, все так думают. После 22 начинают где-то соглашаться, что где-то они были правы. К 30, когда нос разбитый и вся рубашка в крови выпачкана, имеется в виду от многочисленных падений, говорят, родители были правы, то Писание говорит, покайся и не греши. Вот это часть молитвы. За грех, который мы совершили пред тобой насилием, и за грех, который мы совершили пред тобой осквернением твоего имени. За грех, который мы совершили пред тобой пустыми разговорами, и за грех, который мы совершили пред тобой сквернословием. Да пошел ты. А что ты мне на ногу наступил? Сквернословие это нечисто. Но это принято. То есть нормально. Или ненормально? Нормально. За грех, который мы совершили пред тобою, уступив плохому началу. И за грех, который мы совершили пред тобой против тех, кто об этом знает, и против тех, кому об этом неизвестно. За грех, который мы совершили пред тобой мздоимством и взяткой, и за грех, который мы совершили пред тобой обманом и ложью, за грех, который мы совершили пред тобой злословием, и за грех, который мы совершили с тобой насмешками. Часто любим выбирать козла. Ощущение, да? За грех, который мы совершили пред тобой нечестной торговлей, и за грех, который мы совершили пред тобой в еде и питье.
И это говорится не только о кошер или не о кошер. О чем это еще говорится? Обжорство. За грех, который мы совершили перед тобой, сужая деньги под проценты. И за грех, который мы совершили перед тобою, надменностью. Как они соединили эти вещи, я не знаю, но это говорит к нам. Я призываю вас, чтобы каждый из вас мог для себя прочитать этот список. Он в каждом седуре есть, в нашем есть. И сегодня еще разок, и завтра пару раз. Это часть служения, богослужения Йом-Кипуровского, когда мы можем, читая такие тексты, где-то давать своей памяти, поднимать какие-то эпизоды и просить прощения у Господа Бога. Тем более, что тогда, когда совершал жертвоприношение, было два козла, помните? Примет, не примет. Сейчас у нас есть принятый Агнец Божий. Сей Айлухим, Анусехатак Аулам, Агнец Божий, понесший на себе грех мира сего. Бог наш и Бог наших отцов, прости нас, извини нас, искупи нас, ибо мы Твой народ, Ты Бог наш, мы сыновья Твои, а Ты наш Отец, мы Твои рабы, а Ты наш Господин, мы Твоя община, Ты наш удел, мы Твое наследие, а Ты наш жребий, мы Твое стадо, а Ты наш пастырь, мы Твой виноградник, а Ты наш страж, мы Твое создание, а Ты наш создатель, мы Твоя подруга, а Ты наш возлюбленный, мы Твое сокровище, а Ты наш Бог, мы Твой народ, а Ты наш царь, мы восхваляем Тебя, и Ты наша хвала. Мы дерзки, Ты милосерден, милостив. Мы упрямы, а Ты долготерпелив. Мы полны греха, а Ты полон милосердия. Дни нашей жизни подобны мимолетной тени, а Твои лета нескончаемы. Пусть дойдет к Тебе наша молитва. Не скрывайся от нашей мольбы. Мы не столько дерзки и упрямы, чтобы сказать себе, наш Бог, Бог наших отцов наш, что мы праведные и не грешили. Нет, мы и наши отцы грешили. Прости нас. Башем Ишуа Машиах. Мы понимаем, почему мы говорим Башем Ишуа Машиах. Мы просто как будто указываем на Ишуа, который стоял как губка и впитывал наши грехи, чтобы мы могли сказать, Он понес их, прости нас ради Его имени, и мы уповаем на Его имя, чтобы оно очищало нас, и чтобы у нас была сила не грешить больше и быть светом и праведностью. Прости нас не по нашим заслугам, но по Твоему великому.